Мэри, ставь наши самые лучшие тарелки на стол. Сейчас придет папа с работой, и он принесет нам угощение. Будем праздновать Рождество. Ах, я такая голодная. Зачем мне чего кушать сегодня? Не переживай, Анна. Уже сейчас тоже придет папа. Беги его, встречай около двери. Папа, папа, что ты нам принес на рождественский ужин? К сожалению, мой босс мне опять не заплатил, и я не смог ничего купить. Как же мы будем праздновать Рождество, если у нас ничего кушать? Это же Рождество! Нам совсем нечего кусать. Дети, успокойтесь. Бог ни разу не оставил своих детей нуждей. Он и нас не оставит. Давайте будем доверять Ему, и Он обязательно пошлет нам то, чем мы нуждаемся. Вы знаете, детки, на страницах Библии тоже есть много людей, которые доверяли Богу. В те далекие времена, когда еврейский народ жил под гнетом римлян, они очень страдали, но доверяли Богу, что однажды Он пошлет Мессию, который их спасет. Ох, и тяжел этот сундук! О, смотри! Вон и весь старик идет. Сейчас мы покажем, кто станет хозяин. Эй, старик, а ну отнеси этот сундук в дворец Ирода. Быстрее, быстрее. Живей, старик, живей. Так, шкурками, значит, торгуем, а за место на рынке кто платить будет? Господин, я заплатил, долгов у меня нет, месяц еще не прошел. Сказано тебе наперед, платить надо, так что отдавай сюда товар свой. Господин, а как же моя семья, ведь это весь заработок за месяц. Почему такая несправедливость? Что же теперь будет делать эта семья? Ведь они остались без заработка. Почему их никто не защитил? Нынче такой закон. Римляне не правят по своему произволу. Только Господь наша защита. Он наша единственная крепость и спасение. Как он желает, подобного.
переживает наш народ. Боже, яви милость Твою! Боже, презри светом лицом Твоим и помилуй нас! Весь народ вопьет о милости Твоей. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, ибо во всех народах спасение Твое. Радуйся благодатно, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот сочнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Как будет это? Ведь у меня нет мужа. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Потому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплотная, зачала в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Се раба Господня, да будет мне по слову твоему. Какой трепет внутри! Ангел Божий говорил со мной. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его ангелы, воинства Его. Хвалите солнце и луна, хвалите звезды света, хвалите имя Бога своего.
Мария, мир тебе. Иосиф, я должна тебе о кое-чем сказать. Мария, не волнуйся, я уже все знаю. Ангел явился мне во сне. Жителі Назарета, слухайтеся, провозглашаю указ Кесаря Августа. Великий імператор, прославлений Кесаря Август, повелел зробити перепис по всій землі. Кожен чоловік должен сейчас же пойти в свій город, город своєго родства, і записатися там. Хто не подчиниться приказу великого Кесаря? Тому придется прочувствовать на себе всю силу Рима. Мария, здесь совсем нет места. Мы обошли все гостиницы. Совсем скоро родится наш сын. Что нам делать? Иосиф, я доверяю, что Бог позаботится о нас и о его сыне. Он не оставит нас без пристанища. Добрый вечер. Не будет ли у вашей гостиницы места для ночлега? Вся гостиница переполнена. Люди сягались со всех мест. Вряд ли вы найдете место даже на постоянных дворах. Но не оставлять же вас под открытым небом в вашем-то положении. Если пожелаете, я могу вам предложить хлеб. Моя жена так устала. Мы согласны даже на хлеб. Я провожу. В эту ночь у Марии Иосифа родился младенец Иисус. Мария еще до конца не понимала весь путь, который ждет ее младенца, но она до конца доверяла Богу. По воде пойдет, знала ты, Мария, что
Знала ты, Мария, что твое дитя Творец всего живого. Знала ты, Мария, что твое дитя над миром будет править. Знала ты, что твое дитя есть Агнец Божий и младенец, спящий в яслях святой. Господь, дедушка Авраам, мы уже обошли всю округу. Все спокойно. Овцы все на месте. Диких животных не видно. Не слышно, да и погода хорошая. Главное, глазами не увидишь. Чутко одно лишь сердце. Вот и мое сердце ждет чего-то. Чем дольше ты находишься овцами, чем больше привыкаешь к ним. Так и мы. Если мы полностью доверяемся нашему Создателю, то Он становится нашим пастором. Дает нам все необходимое, что мы в полноте познали Его любовь. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злости пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, веду врагов моих, умастив елеем голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня. Во все дни жизни моей я пребуду в доме Господнем многие дни. Как хорошо быть Божьей овечкой. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Слава Богу, небеса, и на земле мир, людям благодать, слава.
Дедушка, что это было? Это было воинство небесное. Родился Мессия. Не будем медлить. Поспешим в Вифлеем. Всю свою жизнь я ждал Мессию, но и подумать не мог, что я увижу его своими глазами. Наконец-то родился долгожданный Спаситель, Мессия. Об этом нельзя молчать. Пойдем расскажем всем. Ты пошел. Ну, внимательный нужно быть. Перед тобой ведь не просто шахматная доска. Перед тобой государство. Ты должен смотреть вперед и запомни, никогда не сдаваться. Отец, у вас непроизойденный опыт, и вас очень сложно обыграть. Конечно, ты же играешь не просто с отцом, а с Иродом Великим. Архилай, скоро на твои плечи ляжет огромная ответственность. Ты должен быть твердым, смелым, проницательным, рассчитливо видеть наперед правильный ход и знать все его последствия. И вообще, тебе не помешало бы во много подражать своему отцу. Царь Ирод, во дворец прибыли афинские музыканты. Приглашай. О, Греция, центр искусства. Греческие поэты посвящают мне оды. Про меня пишут стихи, и не так давно они дали мне титул великого. Ну, прошу. Чудесно, великолепно, аж душа разворачивается. Да-да, аж разворачивается. Никогда не сомневался, что в Греции такие чудесные музыканты. Исполните же еще что-то. Позабавьте Ирода. Говори. Царь Ирод, в Иерусалим прибыли какие-то цари. Я подслушал их разговор. Он звучал как заговор. Они говорили о новом царе Израиля и убеждали старейшин о его воцарении в стране. Да ты как всегда все перепутал. Кто может порицать на трон Ирода Великого? Однако уже полгорода говорит об этом царе Мессии. Да? Ну, доказательство своих слов сделай вот что. Позови их во дворец. Тайно. И если ты это дело хорошо выполнишь, то не останешься без награды. Ага, я мигом. Царь, раз эти цари сюда пришли из далеких стран, думаю, это не просто сплетни. А ну-ка, позовите ко мне первосвященников и книжников. Быстро! Они-то должны знать об этом. Где должно родиться Христу? И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудина, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет на вод мой Израиль. Великий Ирод, прибыли! Приветствую вас, великие цари Востока! Мир тебе, царь Ирод! Я весьма рад, что такие знатные люди посетили мою землю. Можете мне ответить на вопрос, что привело вас в нашу страну?
Скажите, как давно она появилась? С того момента, когда мы тронулись в путь, прошло почти 2 года. Знаете, я восхищен вашей историей. Как бы мне хотелось оставить все свои царские дела и пойти с вами на поклонение этому младенцу. Хотя у меня к вам есть просьба. Пойдите, тщательно разведайте о младенце. И потом придите и известите меня, чтобы мне потом пойти и поклониться ему. Три щедрых подарка Христу принесли. Вот золото дар для царя всей земли. Вот ладан священнику Бога богов. И смирно тому, кто спасет от грехов.
и вместе с дарами возносим ему всю мудрость и славу, и честь, и хвалу. И славу, и честь, и хвалу. Добрый вечер. У меня сломалась телега неподалеку. Не могли бы вы мне помочь? Я совсем не взял никакие инструменты, чтобы починить колесо. Конечно, я вам помогу. Пошлите. Здравствуйте, мисс Смит. С Рождеством вас! У меня осталось немножко выпечки, и Бог положил мне на сердце это вам дать. Да благословит вас Господь во сто крат! Смотрите, Бог нас не оставил без пропитания. Из поколения в поколение Бог никогда не оставлял своих детей. Какой чудесный подарок от Бога на Рождество! С Рождеством вас, дорогие мои! С Рождеством! С Рождеством и вас всех, братья и сестры! В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и возвещающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Спасение, да. Просто поем и правосла.
сын рождется, людям с небес сошел Божий сын рождется, возликуй земля, рождется, Богу вся хвала. Сошел Божий Сын, рождется, возник.